you are not complex, I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again, I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me, I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Magazine Free Play, первый сервер. Мы не Кирилл Путбуль, и сегодня мы поедем поиграем в казино. Хочу поговорить о том, то, что в предыдущих сериях про играю в казино 5 миллионов вас бомбануло от того, что типа, ой, ты написал, что играешь на 5 миллионов, на самом деле играл там по 100, по 500 тысяч, типа кликбейк или как-то так он называется. Я такой хуйню не занимаюсь, чуваки, на самом деле, как бы, ну, сами понимаете. Я не играл на 5 миллионов, потому что там не было с кем играть. Как бы я чуваку кидал 800, он не хотел. Ну, понятное дело, если бы я ему кинул миллион, он бы также отказался бы. Поэтому я в этом ничего не вижу плохого. Вы там, ой, типа кликбейк, обманул, там и так далее. Я бы мог даже по миллиону так играть, но вам было бы интересно, как бы я за 2 минуты солю 5 миллионов. Я то не боюсь их проиграть, как бы, но смысл? Это глупо. Это глупо сразу идти ва-банк на 5 миллионов. Я вам сейчас ставлю отрывок, как я играл на миллион с чуваком. И вы увидите, что играть на 5 миллионов это не так уж и хорошо. Думаю, я, если не забыл, я вставил этот отрывок, в принципе, как я играл сразу на миллион. Ну, короче, ну, не выгодно играть, как бы, на 5 лямов. Смысл? За 2 минуты слить все бабки, как бы. Система какая-то казино странная. Сначала ты поднимаешь, потом у тебя идет слив. Вот ты можешь так 3 раза поднять, потом ты можешь 5 раз так проебать. Идет слив, как бы. Поэтому невыгодно на 5 лямов играть. Я-то не против был бы поиграть, но смысл проиграть все. Именно все проиграть. Сейчас еду, взял миллион, короче. Только надо сейчас в аптеку будет заехать. Ну серьезно, вы так бомбанули конкретно, как бы, ну. Я написал, играю в казино 5 миллионов, как бы, ну я с собой взял 5 миллионов. Я рассчитывал играть на все бабки. То есть, если бы я проиграл, я бы проиграл все деньги. Все 5 миллионов, как бы. А вы бомбанули там, мой кликбейк, фу, дизлайк там и так далее. Я таким не занимаюсь, чуваки, я таким не занимаюсь. Не спорю, спорное название было, но, блин, не буду теперь, чтобы не бомбили просто, ну реально, как бы меня это бесит. Так, давайте еще одну аптечку купим. Вы там бомбанули, не знаю, как будто я, блядь, сервер взломал, блядь, или что тут еще, блин. Серьезно, вы так бомбанули, пиздец. Хотя ничего такого там прям не было. Просто название было «Играй на 5 миллионов», как бы. Но если вы такие умные, вы сами могли догадаться, то что, ну, как бы в системе казино никак нельзя сразу играть на 5 лямов. Если вы прям такие умные у меня. А то есть там умники. То вы могли сразу догадаться, как бы. Мне нету смысла делать кликбейки, как бы. Я взял 5 миллионов, взял 5 миллионов. Пошел в казино на них играть, пошел. Что там непонятно. Как бы, ну. Играя на 5 миллионов, это как бы образно сказано, то, что я взял 5 миллионов и иду играть на них. Ну, не сразу на одну сумму, блядь. А, может, чувак на жиги приехал. Погнали, короче. На лямчик рубанем с кем-то. Ну, не сразу на лямчик. Я не буду сейчас сразу на лям играть, потому что, ну, смысл, я проебу. Как бы вы только что видели перед этим отрывок. О, люди есть. Это хорошо. Кидаем до 100. Так, давайте кинем. Дайс. 81, 100 тысяч. Да. Давай на сотку. Алло. Я видео. Да, чувак, ты видео. Чё он играть не хочет? Ничья. На полтинник. Я не знаю, я не буду говорить, до скольки я буду играть, как бы. 16 тысяч. 5 тысяч. Сейчас по-любому кто-то не полтинник кинет, отвечаю. А, иди ты в пизду, чувак. Думаешь, лоха нашел? У игрока не столько денег. Так зачем он предлагает, если у него не столько денег? Лол. Ну ладно. Кидаем до 100 тысяч. Вот я еще 5 тысяч выиграл. Хитрожопа. Они сначала, по-моему, маленькие ставки кидают, чтобы я выиграл. А потом кидают большие.
чтобы я проиграл, как бы, ну. Но я уже не буду на эту хуйню вестись, как бы, и вы тоже не ведитесь. Если вы пару раз выиграли, вам кидают потом... Вот смотрите, вам сначала кидают по 10 тысяч, допустим, потом кидают 500. Не надо лучше так играть. Кидайте от 50. Ну, давайте его 80... 15 тысяч. Окей. Ничья. Давай по 30 тысяч сыграем с тобой. Ну... Отказался. Так нахуй ты пишешь, до 50 тысяч играешь, ты не играешь, чувак. Пиздец. Ну реально, не люблю таких дебилов просто. 500 рублей. Нахер мне 500 рублей. Так, давайте 79-го кинем. 79-й. Так. Ой, что-то я как-то не туда написал. Ну уже, блядь, что-то там чувак в стену долбится вообще. Проиграл косарь. Бывает, что. 500 рублей тоже проебал, ну, и чё. Смысл так играть, я не понимаю. Так, дайс. 30 тысяч. Проиграл. На сотку нарубаю. Ну, давайте на полтинник, ладно. Не буду я сразу идти. Да. Ну, давайте уже хоть с кем-то поиграть. 71, 50. Кирилл, почему домино такой пидорас? Ну, блин. Я не считаю его таким, как бы, но... Ну, как бы, бля. Он мой одногруппник, я его 3 года знаю. Ну, блин. Не знаю, каждое свое мнение, но что-то ты перебарщиваешь, чувак. Как бы, если тебя интересуют такие вопросы, спроси у него. Это придурок будет играть или нет? Так. 152. Ну реально, блин, что такие все сыкуны просто? Что все такие сыкуны? Я вот этого не понимаю. Ну... Давай-ка. Бомбино. О. Заебца. Чё не... Они даже ставки не кидают. Мне это даже скучно как-то. Так. Как-то даже скучновато. Ничья. Ничьё. Ну, видите, они даже не играют на большие ставки, а вы возмущаетесь то, что я, типа, там... И так далее, не хочу, типа, и... Так, не, я ему кидать не хочу. 79-й. Хотя уже можно кинуть, в принципе. Ха, лол. Не вовремя ты мне кинул, чувак. А, ну проиграл. 40 тысяч, ничего страшного. Ай, сука. Проебал. Ну, бывает, чё. Бывает. Так, я проиграл 10 тысяч и... О, вернул. Заебца. Заебца. Да. Заебись. Полтинник. Давай. Ничья. Любые ставки. Окей, сейчас, чувак, я доиграю с Джошем. О, я вернул свои бабки. Спасибо. Спасибо большое. Так, 200. Не-не-не, чувак, не-не-не. Спасибо, я не хочу проебать все бабки обратно. Я тебе и так твою сотку проебал. Сука. Заебенил ты меня. Сука. Давай под 200. Давай под 500 тысяч выпанем. Давай-ка. А, не хочешь? Давай 300. Я не дурак. Оно не видно. Ну ты секунд просто не дурак. Ты секунд. Ты просто секунд.
Ничья. Ты не дурак, ты просто сыкуй реально, чувак. Как бы... Ладно, как хочешь. Сука, пиздец. Кидаем 130. Окей. 81. 8. А, да. 81. Давай. О. Хорошечно. Чуть-чуть вернули. Заебца. Заебца. Так, 79. 79. Не нужно было играть. Если бы ты выиграл, ты бы мне не вернул. Чувак, ну я реально, я тут добрый, и как бы я возвращал подписчикам надо деньги, ну реально это наглость. Если бы я выиграл, хуй бы мне кто вернул. Хуй бы мне кто вернул. Ага. Он бы мне нихера не вернул. Ну реально, я то, блядь. Ну смысл тогда играть? Я все понимаю, но смысл играть тогда. Так, давайте на сотку ему кинем. Ага. Я тебе тоже могу сказать все что угодно, чувак. Я и проиграл по 2 миллиона, мне никто не возвращал. Поэтому как-то так. На сотку. Проиграл, сука. Давай обратно на сотку. Лол. Сейчас бы по сотке играть. Любые ставки. Спасибо тебе большое, чувак. Благодарочка. Отбил свои бабки обратно. Ёпта. Да. Прикольненько. Он проиграл обратно. Сука. Вот это, конечно, хуёво было. Так, давай-ка, обратно отыграемся. Да ёбаный свет ты, блядь, система тупая. Я не буду на 500 тысяч. Ебать. Давай на 200, чувак, хотя бы, ёпта. Пиздос. Ёбаный свет, нахуй. 79. 400 тысяч сейчас ему кинем. Сука. Там не надо мне маленькие ставки кидать. Что делать нехуй или что? О, вот чувак стоит, ёпта. 239. 400 тысяч. Ва-банк просто. Еее. Заебца. Фух. Заебись. Да иди ты в жопу со своей хуйней. Сотка. Давайте сотку мы кинем. У Рака есть предложение. Окей. Нормально, хоть свои бабки почти вернули. Ну. Чувак тупит, малёха. Ну, чувачела, блядь. Чё там, ничья типа была? А, да. Ладно, давайте ещё раз кину. Солью сейчас, наверное. Блядь, он чё, спит нахуй там или что? Любые ставки сам играет по 10 тысяч. Красавчик. Ебал он. Спасибо. Спасибо. Уже почти отбили. Чё ты хочешь, нахуй? Съебался, блядь. Ты охуевший, конечно, чувак.
Бля, меня кикнуло, сука. Ну ладно, в принципе, на этом будем заканчивать. Не знаю, блять, что-то хуёво у меня с казино. Я, конечно, слил 100 тысяч, в принципе, но... Нет, даже не 100 тысяч. 1090. Нет, 100... Да, 100 тысяч где-то слил, короче, ну... В принципе, невелика потеря, как бы, ну... Сами понимаете. Будем на это заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на Сейрайте и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.